Доброго всем времени суток зрителям и подписчикам моего канала. Сегодня я хотела бы вам показать отчет по своему проекту «Ванная комната». Вот так должна была выглядеть готовая работа. И через несколько мгновений я вам покажу, как она выглядит на самом деле. И сейчас я вам хотела бы рассказать по схеме, по ниточкам сначала, а потом уже показать готовый результат. Итак, готовый результат должен быть размером 15 на 15 сантиметров. Схема выглядит следующим образом. Я свои схемы никогда не зачеркиваю, поэтому они у меня выглядят в первозданном виде. Так как я вышивала этот проект не первый, а второй. Первым у меня был личный кабинет, то есть этот же енотик, но находится в уборной комнате, так скажем, в туалете, то я использовала ниточки от того набора, а то, что не хватало мне, я уже доматывала. Итак, сейчас подробно по ниточкам. Вот такая вот планшеточка с ниточками была вложена, и по порядочку пойдем. Первый цвет это был белый. Что вы можете увидеть на бобиночке? Остаток буквально 20 сантиметров от прошлого набора. Нитки, которые были вложены в данный момент, в данный набор, вообще не использовались. То есть они у меня остались. А второй цвет. Этот цвет вот такой бежевый. Что я могу сказать по нему? Вы видите, довольно пухлая бобинка. Я использовала все ниточки с прошлого набора данного цвета и вот немного от данного набора, потому что вы видите, что ниток осталось очень и очень много данного цвета. Третий цвет это вот такой вот охра. Вы тоже можете видеть, что толстенькая бобиночка у меня, намоточка довольно-таки большая, и основные нитки от первого набора ушли, это остаток от второго. Четвертый цвет это вот такой вот коричневый. Нитки, которые прилагались к этому набору, не использовались вообще, и нитки, которые оставались от прошлого набора, остались еще, ну так, довольно-таки нормальном, приличном количестве. Следующие это желтенькие ниточки, далековато положила. То, что было вложено в этот набор, не использовался. И остались ниточки еще и от прошлого набора. То есть желтого цвета вложено очень и очень много. Следующий у меня идет, это голубой цвет. Использовались остатки от прошлого. И перемотала, вот довольно-таки увесистая бобинка от этого набора осталась. Зеленый цвет. То, что было вложено в данный набор, вот оно, и то, что осталось от прошлого набора и вышился этот проект, это вот бобиночка, ну тоже нормально, еще хватит. Розовый цвет это был то, что вложен в этот набор. Почему? В прошлом наборе тоже был розовый, но он был более бледный, здесь яркий. Ну, в принципе, можно было использовать тут, но я раз есть оригинал, я его использовала. Ну, такое количество осталось. Следующие ниточки серенькие, более такой стальной цвет. Это вот он у меня. Его в прошлом наборе не было, то есть это дополнительный какой-то оттеночек был внесен, но его осталось тоже прилично. Другой оттенок серого, это то, что осталось от этого набора неначатым. И от прошлого набора, вот она еще сколько осталось. Черный последний цвет, который был вложен в данный набор, не использовался вообще. И бобиночка от прошлого набора еще достаточно здесь намотана. Так, что можем сделать вывод? В принципе, этот набор можно выполнить самоподбором. Потому что, я думаю, девчонки много наборов Риолис используют в своем творчестве. И не составит труда большого подобрать соответствующие ниточки.
И что же в результате у меня получилось? А получилось у меня следующее. Вот он мой енотик. Рамка пяльца использовали с размером 15 на 15. И вот он в аккурат сюда входит. На отшив самой работы мне потребовалось 3 денечка. Ну, естественно, не полных. А вот задник я как-то оформляла 2 дня. Ну, не то, что 2 дня, оформляла я его 5 минут, но приступить к нему мне было довольно-таки проблематично. Как выглядит задник? Это я вот такую тканюшечку по краю потайными такими стежочками пришила. И все. Ну и первый набор это, вот он, оформлен точно таким же образом. Значит, личный кабинет и ванная комната. Что я могу сказать о своих впечатлениях? Работать с фирмой Риолис мне очень и очень нравится, потому что проекты получаются яркие, прикольные, отшиваются, ну, такие небольшие миниатюрки быстренько, легко, шерсть у меня не путается. В общем, я довольна. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч. Пока!